Всем привет, друзья! Давайте сегодня с вами отправимся в третье крыло приключения пробуждения Галакронда в героический режим и будем играть за Лигу Исследователей. Нам предстоит сразиться с тремя боссами, и первый босс — это Гнилокрыл с аурой гниения. В начале хода срабатывают все предсмертные хрипы существ. Будем играть за Иксодия Мага. Это своего рода УТК-колода из Вольного, еще на старом квесте мага. Со связующей спиралью нужно разыграть всего лишь 6 карт из нашей колоды. Затем вставим двух девочек, копируем их. И после портала, после дополнительного хода, разыгрываем Антонидаса и закидываем соперника бесплатными фаерболами. Вот такая вот комба должна быть реализована для победы. И по факту нам не важно, сколько будет здоровья у босса. Фаерболов будет достаточно. В скобочках бесконечное количество. Так, нетопыря лучше забрать обилочкой, чтобы он не шмалял нас своим предсмертным хрипом. Сам квест еще успеем разыграть. Его смысл имеет вешать непосредственно перед тем, как мы будем разыгрывать заклинание не из нашей колоды. Пока это только обращение в пару руке. Так, посмотрим, что с Петроглифа. Зеркальные копии, я думаю, можно взять на всякий случай. Разыгрываем квест, и уже можно закидывать зеркальные копии. Хотя они неплохо синергируют с Вестником Рока. Но все равно закидываем, все равно их никто пока разбить не сможет, скорее всего. Так, аура гниения срабатывает, и вот он. Тенетник, да? Ладно. Научный проект, погнали. Нам очень важно прокрутить дечку очень быстро. Желательно к 10-му ходу уже выполнить квест, найти все ключевые карты. И симулякр, он поможет нам скопировать ученицу-чародея и получить дополнительную ее копию также. Так, в итоге 2 яйца, да, у нас на столе останется и будут 2 тушки. Ладно, нужно скинуть Вестника Рока, чтобы гарантированно прокнул симулятор на ученицу-чародея. Пока просто Вестник Рока, если впитает эти 7 единиц урона, будет уже неплохо. Аура гниения, считайте, пока-то не работает. Потом можно будет накинуть обращение в пар. И вообще, желательно находить добор какой-то дополнительный. Фокус нам также помогает, кстати, сделать квест. Возьмем еще научный проект. Интеллект чародея. Но пока что обращение в пар, я думаю, лучше использовать. Ибо может хоть какой-то входящий урон сократить. С древних загадок мы гарантированно находим ледяную глыбу за 0. Так, ну, скрывается плотоядный куб, да. Но главное, не получаем 4 единицы урона. Еще желательно найти какие-то подморозки, когда уже будет полностью стол заспамлен у босса, иначе можно и отъехать. Так, ледяную глыбу находим, теперь можно интеллект чародея юзать. Так, кольцо льда. Ну, пока что просто глыба, и можно даже на остаток маны морозный луч закинуть. Второй морозный луч с дуплета, он делает квест, потому что вначале в колоде его не было, и он выполняет квест. В нашей колоде его изначально не было, этого дуплета, считайте. 12 хп, да? Это уже не так уж много. Можно закинуть снежную бурю, но вызывается 7-7, да? Так что пока что просто подмораживаем стол, обилочка. Кстати, обилочку можно было в дракончика закинуть, уже потом 7-7 вскрыть и уже кидать снежную бурю, если что, на следующий.
Ну ладно, заходит Вайширский, а вилку мы бы все равно не прожимали. Еще ледяная глыба. Петроглиф поможет, но здесь нужно подмораживать стол. И, понятное дело, 7-7 дракон механический. Он не замораживается. Да, идет лицом. Ну, главное, пока С-блок не вскрыли, можно еще подмораживать стол, найти что-нибудь с петроглифа. Из петроглифа возьмем лучше интеллект чародея, чтобы добрать оставшиеся карты. По факту нам осталось только сделать квест. Так, погнали еще научный проект. И флян чародея, в принципе, подойдет. То есть, хотя даже морозный луч может подойти прямо сейчас, сделать квест, чтобы, считайте, на следующий ход уже девочка реализовать, пока стол подмороженный. По факту, да, уже на следующий ход можем нашу комбу начать реализовывать. Самое главное, квест в руке помещается. Кто помнит такие проблемы? Если есть алды, то они могут вспомнить реально то, что квест может и не поместиться. Это не как сейчас новые квесты, которые автоматически применяются. Раньше были классические квесты, которые давали какие-то заклинания, которые должны были поместиться еще в руке. Так, итого, разыгрываем искажение времени. И на следующий ход просто закидываем Антонидаса. Вот такая вот комба. Заклинание лучше уже сразу с Антонидасом играть. Нам даже босс не смог вскрыть айсблок. Вот такие вот заморозки и помогают квест-магу выжить. Все, закидываем просто фаербольчики. Фаербол стоит 0 маны, Антонидас генерирует ресурсы бесконечно, и все, считайте. Сколько бы брони не было у босса, лимита по ходов в героическом и в обычном режиме приключений просто-напросто нет. Можно накинуть фаерболов нам на 10 миллиардов урона. Так что вопрос только времени. Это победка. Правильно? Правильно. Это победка. Точно математический расчет и всего лишь немножко везения. Это победка. И следующий босс — это убийца драконов Струк, обладает силой героя, сила Грона. Где бы ваши существа не были, они получают плюс 1-1. Будем играть также на Эксодия маги, на маги с бесконечными фаерболами. Так, оставляем квест. Морозный луч, ученицу чародея, конечно же, замешиваем. В идеале находить прокручивание колоды именно в самом начале. Какие-нибудь подморозки, там, вестники рока. Это уже желательно ходить непосредственно в конце, когда нужно контролить стол. Но ничего этого, ребят, с вами не находим. И у босса, кстати, 200 хп. Но, как я вам уже говорил, нам абсолютно по барабану, сколько у него здоровья. Абсолютно по барабану. А вот не по барабану то, что у нас нет добора, да? Сейчас пойдут какие-нибудь забафанные жирные существа, и что мы с этим будем делать? Подмораживать до бесконечности мы не сможем этот стол. Нужно прокручивать дечку. Ну, благо, пока босс ничего не играет, да? Так, симулятор, кстати, тоже бесполезен пока что. Капец, четвертый ход, мы еще не добрали ни одной карты. Так, еще пробав. Ну, если что, закидываем вестник и заморозку, но на крысу на самом деле особо и не хочется кидать заморозку. Лучше фолиант, я думаю, заюзать. Карты как раз таки не горят. Вот и добор, и петроглиф. Вот единственное, воля призывателя не очень. Остальные карты, конечно же, офигенные. Капец, уже 7-11 за 4 маны. Так. 10 карт в руке. Ладно, посмотрим на петроглиф. Превращение, кстати, как насчет превратить крысу в 1-1? И, блин, вестника нельзя кидать пока что, просто подморозим. Вот если бы можно было кинуть морозный луч и вестника, то я бы, конечно же, закинул бы. Юниты на столе, кстати, также бафаются. Ладно, сейчас тогда закинем вестника и подморозку. Есть еще одна подморозка, правильно? И можно даже научный проект проюзать как раз-таки на остаток маны. Красиво, еще к тому же делаем квест. Еще один научный проект.
Хоть как-то начали дроваться, хоть как-то начали прокручивать колоду. Если Вестник Рока выживет, то это будет вообще красава. Считайте, можно спокойно начать дальше крутить дечку. Но тут два оглушить, а оглушить-то под спелл дэмэджем наносит по 4 единицы урона. Это минус Вестник Рока. Нужно начинать избавляться от карт. Так, я даже закину зеркальные копии здесь. Сила созидания слишком медленно. Так, просто закинули копии. В принципе, от какого-то входящего урона защищают. Так что массовую зачистку можно даже не давать пока что. И пока что дроваемся. Так, закинем ледяную глыбу. И я думаю... Так, кстати, лучше, наверное, даже первый морозный луч закинуть, потому что он без дуплета. То есть он, наоборот, с дуплета, он делает квест, и тем самым мы руку освобождаем. Кстати, опасная карта уничтожилась, если она пробафается. Нанесет очень много урона, и пронзитель сердец. На 16! Просто выстрел в лицо. Капец, если бы не была из блока, я бы чувствовал себя совсем, совсем не в безопасности. Ладно, копируем ученичку. И пока что можно продроваться. И у нас есть кольцо льда, если что. И просто закидываем кольцо льда. На следующий ход нужно с древних загадок обязательно найти ледяную глыбу, чтобы она не топ-декалась. И тем самым прокручиваем колоду. Кстати, вот эти кобальды-монахи, они не особо страшны. Хоть и босс и с антимагией, мы просто уничтожим этих монахов и потом закинем фаерболы боссу в лицо. Блин, находим айсблок, или древние загадки теперь не играют. И проблема в том, что опасно разыгрывать заклинания, иначе у нас выполненный квест не поместится в руке. Нужно избавляться от карт. Ладно, тогда пока что просто закинем снежную бурю. И так, фокус что дает? Дает он превращение, кстати, да? Чтобы не получать трех урона с яда, я думаю, можно закинуть превращение сюда и мурлоком разменяться. Как раз сделали квест. И квест в руке помещается, топ-дек не горит. Просто если сгорит Антонидас, это тоже, считайте, провал. Таких провалов допускать нельзя, иначе комба сломается. Так, монах, ну, это фигня, это просто дикие статы. А у нас-то есть подморозки, самое главное. Так, интеллект, да. Так, ну смотрите, мне опять же, чтобы проюзать интеллект, нужно две карты скинуть. Ну и нужно стол подморозить. Если я подморожу стол, то остается дуплет вот с этой заморозки, да, пока никак интеллект не проюзать. Ладно, давайте избавляться от лишних карт, чисто. Две карты сбросим. Интеллект проюзаем непосредственно на следующий ход, либо непосредственно при реализации комбы под ученичками. Будет бесплатный интеллект ученичка, считайте, плюс копия из лавы. Нашелся второй наездник на кода, и считайте, все, минус айсблок. Нужно обязательно кидать второй. Тогда юзаем интеллект чародея сразу же. С петроглифа бы найти еще какой-нибудь добор, либо Антонидаса. Так, фолианта посмотрим, что придет. Так, огненное копье это такое себе. На следующий ход нужно находить Антонидаса, либо какой-нибудь добор. Кстати, можно попробовать уже, если что, выполнить квест. Пока от Вестника избавимся. Выполнить квест, то есть квест тоже дает одну карту. В идеале просто найти Антонидаса и все, как бы хорош. Это, считайте, победка. 1 к 7. Давай, даже получается 1 к 6 потом будет с квестом. Фокус, фокус, добора нет, считайте. Ладно, погнали, что фокус даст. А фокус дает ледяную глыбу, блин. Если я возьму ледяную глыбу, то я ее могу прямо сейчас разыграть и еще выждать один ход, но я могу создать только три части камбы, да, трех девочек. Нужно будет найти также четвертую девочку обязательно для Антонидаса. То есть сейчас что мы делаем? Либо разыгрываем трех девочек, если не находим никакого добора, то придется разыгрывать уже трех девочек и кидать искажение времени. Блин, древние загадки, это не добор. Ладно, тогда
три девочки и делаем дополнительный ход. И надеемся на добор, либо на Антонидаса. Ну, хотя Антонидас не даст бесплатные фаерболы. Фаерболы будут стоить только один, это... И это добор. С добора нужно найти девочку и Антонидаса. Находим еще добор. И ни девочки, ни Антонидаса, но с этого добора. Со второго добора они уже находят. И вот, ребят, вот такая вот комба получается на волоске, просто на соплях. Наверное, не нужно было рисковать с айсблоком. Нужно было попытаться его найти за одну ману. Правильно. Ну да ладно, все закончилось благополучно. Уничтожаем монахов. Антимагия спадать должна. И просто закидываем кучу фаерболов боссу в лицо. Капец, давайте получим еще один фаербол. Закидываем, закидываем, закидываем. 190 урона. Снести по 6 единиц урона фаерболами. Ну, такое себе, конечно. А бывали такие моменты, ребят, в ладере, кто помнит? Ну, алды опять же вспомнят. То, что реально до фитиля... Так, давайте еще скинем, скинем, скинем еще. Дуплет, я думаю. То есть прям до фитиля можно было... Не успеть. И не успеть нанести, допустим, бонус, нести 50 брони. Кстати, совцы не должны никаких вестников рока быть, либо карт, которые обломают на фаерболы. На самом деле лучше не бейлить, опять же. Ибо какой-нибудь рандомчик может случиться. В общем-то, даже делали замеры, типа, сколько можно нанести фаерболов, ну, до фитиля. И примерно в районе 150 урона можно было успеть реально нанести, если вот так вот начинать спамить фаерболы по жести. То есть даже контроль воина иногда не спасались. Но если, конечно же, вы не слоупок. Если вы слоупок, то вам уже ничего не поможет. Поэтому остается просто спамить, спамить, спамить. У нас, кстати, в очереди там еще уже 5 или 6 фаерболов. Это, я думаю, летал. Здесь нам уже ничего не обломает. Вот такая вот комба получается. Да, это уже летал. Ничего сложного на самом деле. Просто дровайтесь, 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 подмораживайте, подмораживайте стол, делайте квест, закидывайте до вход, разыгрывайте девочек, потом закидывайте до вход, находите, приговорите на Антонидаса пару заклинаний, и вот он. Летал готов. В свое время это была одной из моих любимых колод за мага. Да и не за мага тоже, наверное. И последний босс это попутный ветер. Пушки к бою. Вы кладете случайную пушку. Будем играть также за Эксодия мага. А во втором крыле, ой, то есть в крыле за Лигу зла, там тоже был какой-то воздушный бой против корабля. Но, по-моему, это то же самое, только за теперь Лигу исследователей. Ладно, погнали, посмотрим, как у нас получится реализовать здесь квест. Погнали, пока копаем заклинание. Можно, кстати, даже древние загадки взять, чтобы быстрее найти айсблок и прокрутить нашу дечку. Так, так, так. Блин, блин, блин. Ну, тут понятное дело. У нас, ребят, возникнут большие проблемы против этого босса. Потому что эти все боссы... Так, возьмем здесь дыхание чар. Пока квест не играем. Потому что эти боссы, они как рагнаросы. Они физически не атакуют. И по факту наши заморозки в этой колоде абсолютно бесполезны. Так, айсблок находим, да, уже один. Ну, разыграем тот, конечно же, который за ноль пока что. То есть фактически у нас все заморозки идут лесом. Нужно будет просто попытаться... Как можно быстрее прокрутить дечку. И все. Вот единственный, наверное, наш шанс выжить и как можно быстрее прокрутить дечку. И это единственный наш шанс на победку. Ну, благо, пока прокручивать колоду есть чем. Есть еще и вайширский. Так, закинем, я думаю, обилку в какого-нибудь меха. А вот дыхание чар кидать не будем, потому что есть там еще один мех, либо катапульта, которая призывает 5-2 с натиском, которую атакуют и бьют очень и очень больно на следующий ход. Поэтому дыхание прибережем для них, как раз таки у них 2 хп. Но пока не призывается, да? Так, вайширский, так, научный проект, погнали, также закинем. Нужно дроваться, ребят, нужно дроваться. Кстати, зато Вестник Рока может сыграть, если вот эти вот катапульты проатакуют мимо все. Они же не могут стрелять в указанную цель, они стреляют только прямо, как шахматы. Так, ну у нас совсем мало здоровья. Кстати, вот он опять два ракета, а мы уже слили наше дыхание. Не стал я его держать дальше.
Капец, 6 маны, а у нас вообще нет здоровья. Ладно, закинем вестника и подморозим шальную ракету. Она, считаете, атакует физическим уроном и может гарантированно забрать вестника. Ну и чтобы выполнить хоть немножко квест, давайте закинем еще один морозный луч. И вы сами видите, как заморозки не влияют на этих существ. Но по идее вестника... Блин, тут еще вот это заклинание есть, которое позволяет сделать дополнительную атаку всем мехам. И по сути, вестник Рока-то отъезжает. Да какой вестник Рока? Тут еще даже второе заклинание. Тут даже мы отъезжаем. Но мы на самом деле не отъезжаем. У нас есть айсблок. И есть еще один айсблок на следующий. Но дела плохи. Квест, во-первых, не сделан. Антонидас не найден. Что делать, не особо понятно. Остается разыгрывать только еще один айсблок пока что. И ждать какой-то добор. Правильно. Капец, это столько атаки, столько урона. И, кстати, Антонидаса мы с вами находим. Только прокрутить колоду пока что нечем. Ну, единственный, наверное, шанс это пока что разыграть айсблок. И на следующий ход уже найти какой-нибудь фолиант. Либо петроглиф. С него найти еще один айсблок. И хоть каким-то образом прожить еще один ход и сделать квест. Ну, капец, маны, конечно же, мало. Квест не выполнен, добора нет. Куча карт комбинаций в руке и одна лишь бесполезная заморозка. Без шансов, столько урона. Вот если бы вестник Рока зачистил этот стол... Кстати, фолиант заходит, да? Фолиант... Дает нам айсблок. То есть мы с вами сейчас переживаем еще один ход. Доделываем квест. И реализуем комбинацию. Блин, ребят, я не верю своим глазам. Не пытайтесь на самом деле это повторить против этого босса. Потому что... Колода, вот эта вот колода, она абсолютно, фактически абсолютно не подходит против этого босса, потому что тут куча бесполезных заморозок. Так, значит, маны нам как раз-таки хватает выполнить квест. Закинем с вами сейчас тогда еще ученичку, правильно? И можно закинуть копию из лавы маны на искажение времени нам как раз-таки хватает, верно? Стоит 2 маны. И, кстати, вот эту копию из лавы можно оставить и на потом. Не обязательно ее сразу же разыгрывать. Можно уже вместе с квестом на следующем ход вместе с Антонидасом закинуть. И как раз-таки получим дополнительный фаербол. Так, Вайширский оракул. Ну, погнали. Все. Фаерболы теперь должны стоить 0 маны. Можно даже закинуть снежную бурю. И погнали, закидываем фаербольчики. И с бесплатных фаерболов, кстати, мини-квест не делается. Не должен, по крайней мере, делаться. Ну да, не делается. Только на 2 из 8 сделали. Ну, самое главное, комба реализована, ребят. Я думаю, это прохождение, а в частности, прохождение именно этого босса, на которого по факту не действуют заморозки, думаю, достойно реально вашего богатырского лайка. Ну, тут победка. Наверное. Ну да. Да. Никаких перерождений у босса нет. Это, ребят, победка. Вот такая вот нехитрая, казалось бы, комбинация. Но она не столь эффективна против этого босса. Но это победка. И мы с вами проходим третье крыло. За Лигу Исследователей в героическом режиме осталось только последнее крыло. И нам предстоит сразиться с Графаамом и Галакрондом. Это все в следующем крыле, а за Лигу Зла с кем? Самим Галакрондом будем сражаться с финальным боссом. В общем, ребят, подписывайтесь, если не хотите пропустить эпичные битвы в следующем крыле. И также будем проходить на каких-нибудь интересных старых добрых колодах. И до скорых встреч в следующих видео. Код колоды будет, конечно же, в описании. Всем удачи и пока!